Никто, зажегший свечу, не прячет ее и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Учитель, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Мать и братья мои – суть слушающие и исполняющие Слово Божие.